она немного устала, она спит, она сегодня устала, ее фантаз хранит последнее время, устает, работает весь день напролет, у нее депрессия, нет вдохновения. У нее бывают взлеты, и падения, когда бывают падения, то, как обычно, рассказываю ей анекдот прилично, мы смеемся. Грусть уходит, пусть мне ее в одиночестве бродит, пусть в нее будет
в одиночестве бродит. Если она не совсем в порядке, мается, 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 то на меня это как тень распространяется.